Russian Dance. Бледный бармен с дрожащей рукой, дыма табачного пленный, и та, что согласна ехать со мной, тоже является частью Вселенной. Я с Игорем Матвиенко познакомился случайно на дискотеке. Вот. И он сказал, что он набирает группу. И приходил на прослушивание. Я пришел, спел песенку и подошел. Вот. Хотя, в общем-то, понимаете, раньше музыкой я не занимался, но получилось так, что жизнь меня столкнула с людьми из музыкального мира, поэтому вот уже вместе сотрудничаем, работаем, общаемся, дружим на протяжении 2 лет. Да. Иванушки International, это вообще, как бы, мне кажется, такой некоторый дух сегодняшнего времени. Вот такая общая эклектика американизации и нашего, как бы, нашей, ну, дурацкое слово, ментальности. Иванушки то же самое, как там киоск у метро называется шопом. Это тоже где-то Иванушки International. То есть вот именно поэтому Иванушки International. То есть это здесь ни в коем случае не понты, то что такие мы вот немножко из MTV приехали, а именно такая ирония над собой, ирония вообще над всем, что сейчас происходит со всеми нами. Вчера была какая-то шутка, что
может быть, лет через 5 придется переименоваться в Иван Ивановича. Международный. Да, международный. Да. И продолжать. На самом деле у нас уникальная страна в этом плане. Можно работать бесконечно. То есть она такая огромная, и так у нас люди влюбляются в своих вот героев, артистов, не знаю, в киноартистов, что это все может очень долго продолжаться. Следующая песня, она, наверное, о любви. Туда, где я.
точнее котенком, 3 недель. Я помню кофту с черной брошкой, четверг, свидание, метель. Я помню свет озявших окон, в день никому нет дел до нас. И русый локон, точнее пепельный окрас. Тишина котенком ласковым ушла, а всем казалось, что спала. Она смотрела, чуть не плача, точнее, плакала внутри. Моя последняя удача, последний луч моей зари. Я помню все до самой крошки, до самых крошечных петель. Она была с повадкой кошки, точнее котенком 3 недель. Котенком ласковым ушла, а всем казалось, что она. На студиях там, то есть, скажем, из какого-то предложенного варианта вот, выбираются какие-то еще варианты. Ну и, разумеется, в момент коллективного творчества это очень важно. И мы не сможем создать шлягер, где будет супер трип-хоповый ритм какой-то еще на русском языке, потому что это просто понятие несовместимое. Это первое. И второе понятие, опять же, не считая подсолнуха, все песни, на самом деле, они горестные. То есть подсолнух там все понятно, плывет себе, ему по кайфу, хотя бы тоже поклевывает. А вообще вот народ русский уже страдает по жизни, ему все время плохо. И все песни, которые вот, проходят через историю России, они все вот там вот, там, там голову отрубили, тут еще что-то, там вот любовь не удалась. У нас, ну, все песни, начиная от «Малины», понимаете, то есть все равно заканчивается лето, он стоит и все, и все пока, понимаешь. То есть, и вот этими моментами мы их стараемся совместить. Мы стараемся совместить понятие советской шлягерной песни и стараемся совместить достижения европейской музыки в нашем творчестве. Насколько удается, это удается, вот, мне кажется, вот, полными залами вот, последние месяцы. И, в общем, как чувство глубокого удовлетворения присутствует. Помогайте! Темной ночкой на крылечке давно подарил.
как здесь дела? А что не поете? Эй, Адам! Отдала тебе сердечко. Киря, Питер в порядке. Тебя здесь любят. Ветер в листьях зеленых.
ну-ка скажите здесь, вы с нами? Эй, девчонки, а вы с нами? Мы поем вместе дальше? Да. А? Да. Поем мы вместе дальше? Поем вместе дальше. Да. Поехали. Мама малина, лина, мама малина. Руки. Мама малина. По поводу агрегат Дуси, это было совершенно очаровательное произведение, Игорь написал, которое, в принципе, но это революционное такое произведение в свое время, да, да и сейчас. То есть она была прописана в таких, очень таких нетрадиционных таких пассажах ритмических, вот того 91-го года. Она брейкбитовая, она клевая, она динамичная. И само понятие «ты агрегат Дуся», она уже, то есть, это не просто «ты меня любишь, я тебя тоже люблю». Понимаете? О, это буква, ноль, это цифра. Это вот понятие, это игра. Это игра слов, это игра юмора, как музыкального, так и чисто поэтического. И просто такие вещи, вот некоторые произведения, они, их нельзя забывать, потому что в них есть жизнь, игра, и в них, с ними очень приятно работать, и очень приятно оперировать ими. Понимаете, там большое пространство для какого-то, такого, не знаю, пурги, какого-то ребячества, какого-то дурачества, детства. Были разные, господи, и Гога.
не знаю, вроде на грузина не похож, но в последнее время, если отпускаю бородку и усики, меня постоянно в метро останавливает милиционер и говорит: молодой человек. Документы. Документы, вы осетин. Я: сколько вы живете в Москве? Я говорю: 25 лет. Он говорит: а просто нет паспорта. Я ему показываю: о, здесь на русского похож. Я говорю: в жизни. Он говорит: в жизни на грузина. Вот. Я драться не любил, но если меня выводили из себя, я мог просто завалить 5 человек. Понимаете? Потому что я был физоргом школы в 7 классе. Я строил 10-классников, которые 10 класс. Меня слушались, кстати. Клички все понятно. Что, клички? Рыжий? Какие клички могут быть еще? Основная фамилия. Моя по жизни. Сорняк. Да, это основное его. Всегда, всегда я был сорняком. Везде. Папа, 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 папа
пишу я практически всегда, в любых состояниях, в основном утром, потому что как бы жаворонок. Почему это все получается, я не знаю, как бы в этом тоже смысл, наверное, моего существования, и как бы, ну, это часть моей жизни, и поэтому вот эта часть этой моей жизни, вот она получается именно так, что нравится людям, и мне это нравится, что это нравится людям. Конечно, он! Знаете, есть такая злая любовь, нехорошая, да? Это песенка о ней. Девочка, не реви ему твои признания, эти не вновь. Ему твои страдания, они не в кровь. Его не возбуждает такая речь. Конечно, если хочешь, он может встать. А если постараешься, то даже лечь. Конечно, он очень красив. Конечно, голубая кровь. Конечно, знаменит, но только он не верит в твою любовь. Конечно, он очень красив. Конечно, будет с тобой. Конечно, ты ему все простишь, но только он не верит в твою любовь. Беседы любви под вечер вдвоем. Конечно, если хочешь, он может разговаривать всего с тобой в облом. Но если постараешься, то даже два. Ну уж, конечно, конечно, не три. Все это кусочки не для тебя. И ты пойми, это девочка, пойми. Конечно, очень красив. Конечно, голубая кровь. Конечно, знаменит, но так он не верит в твою любовь. Конечно, очень красив. Конечно, будет с тобой. Конечно, ты ему все простишь, но только он не верит в твою любовь. Так мало, так мало лет. Ему твои страдания совсем не в кайф. И вся твоя любовь, конечно, полный бред. Конечно, очень красив. Конечно, голубая кровь. Конечно, знаменит, но конечно, очень красив. Конечно, будет с тобой. Конечно, ты ему все простишь, но только он не верит в твою любовь. Конечно, 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 ты. Конечно. Какие планы вот, на личную жизнь может себе строить взрослый, молодой одновременно человек? Разумеется,
Не спится, жениться мне или не жениться. В общем, рано или поздно, когда-нибудь об этом нужно будет задуматься. Сейчас мы, в общем-то, на пути, там, прогрессируем, там, падаем, разбиваемся, знакомимся, влюбляемся. Поэтому я думаю, что конечная цель вообще любого мужчины, нормально здравомыслящего, это хорошая семья и красивые дети. Надо все делать так, чтобы это не было границ, не было языка, чтобы люди просто понимали себя посредством общения просто живого, абсолютно, то есть какого-то пространства, то есть чтобы было о чем помолчать, вот, и помечтать. И хотелось бы просто вот молодым нашим поклонникам, хотелось бы сказать, конечно же, ребята, не отставайте от жизни, читайте, учите, смотрите, запоминайте, записывайте, потому что все, что интересное, не должно проходить мимо вас. Вы должны совершенствоваться вместе со временем. Потому что, как я себя чувствовал в 20 лет, я узнаю, что сейчас уже себя чувствуют люди так в 15 лет. Понимаете? То есть прогресс – это очень серьезная штука. Если вы от него отстанете, вы никогда не догоните. Поэтому послушайте наше интервью, книжечку и почитайте что-нибудь хорошее. Когда за ночь будешь, это точно. Только с виду он мальчик, паинька. Никакой он не хороший. Совсем не хороший, совсем. Девчонка, девчоночка, темные ночи. Я люблю тебя, девочка, очень. Ты прости разговоры мне эти, за любовь твою отдам все на свете. Девчонка, девчоночка, темные ночи. Я люблю тебя, девочка, очень. Ты прости разговоры мне эти, за любовь твою отдам. Все на свете. Про него порасскажут всякое, просто так не болтают все же. А ты ходишь за ним, послушная, повторяешь: он хороший. Не был я никогда советчиком, и советовать здесь негоже. Я сегодня с ним встречаюсь вечером. Мы он получит свое хорошее. Он получит, это точно. Девчонка, девчоночка, темные ночи. Девчонка, я люблю тебя, девочка, очень. Люблю. Ты прости разговоры мне эти, за любовь твою отдам все на свете. Девчонка, девчоночка, темные ночи. Девчонка, я люблю тебя, девочка, очень. Ты прости разговоры мне эти, за любовь твою отдам. Все на свете.
ночи, девчонка. Я люблю тебя, девочка, очень. Ты прости разговоры мне эти, прости. За любовь твою отдам все. Thank you.
Mm-hmm.